молодежном центре «Гелиос» проводятся занятия по программе дополнительного образования «Лего» и программирования. Конструкторы «Лего Mindstorms Education» и программное обеспечение к нему предоставляют ребятам возможность учиться соблюдать последовательность действий и справляться с мелкими деталями, что развивает моторику, координацию, пространственное и логическое мышление. Ходить на лего-конструирование, поскольку там можно собирать разных роботов. Больше всего мне нравится их программирование. Вот посмотрите, какого робота Вали я собрал. У него двигаются ноги с помощью специальных моторчиков, которые двигают шестеренку, которая двигает гусеницы, и руки, которые двигаются благодаря моторчику сзади. Приглашаем всех желающих ребят на пробное занятие в отдел молодежных инициатив. До скорой встречи!